Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я ощущаю себя так хорошо, как давно не ощущала. У меня прямо-таки желание записать огромное количество видео, но я вернулась после парикмахерской, где я провела почти 4 часа. И это видео, скорее всего, единственное, которое я смогу сегодня записать. Хотя по поводу блонда я хочу записать очень интересное видео по поводу не только негатива, который входит в нашу жизнь, но и по поводу позитивных вот действительно эмоций, советов, которые мы очень часто абсорбируем, которые мы очень часто впитываем, и как это может повлиять на нашу жизнь, когда люди, которые действительно за нас переживают, которые дают нам от чистого сердца хорошие, добрые советы, как в итоге это может повлиять на нас, и как в итоге это может дестабилизировать нас. Я расскажу о своем опыте, что произошло со мной, и, конечно же, мои волосы будут являться очень наглядным примером, но сегодня я просто расскажу о своих волосах, мне кажется, это классно выгляжу. А даже если это не так, самое главное, что я классно себя ощущаю, я на самом деле желаю всем своим зрительницам выглядеть так, на самом деле пуститься в некий фристайл. Я сегодня прочитала, пока была в парикмахерской, очень интересную статью по поводу материнства. Возможно, на основе этой статьи я создам отдельное видео, где было очень интересно написано по поводу фристайлерства, когда мы выходим в материнство, когда очень многих женщин давит, точнее, когда очень многие женщины находятся в ситуации, но если не пост родовой депрессии, то где-то близко, а нужно всего лишь быть собой, нужно всего лишь перестать слушать, что говорят тебе другие, как нужно делать, что нужно делать, смотреть в интернете и, возможно, посещать определенные сайты, где все, конечно же, знают лучше, чем ты, опуститься в некое фристайлерство, то есть быть вот на самом деле свободным. И я желаю всем своим зрительницам, прежде чем начну рассказывать о технике окрашивания, которая у меня имела место, желаю всем вот действительно чувствовать вот этот некий фристайл в своей жизни хотя бы иногда. Это очень-очень важно. На самом деле, к 40 годам я совершенно точно поняла, как это важно одеваться, как тебе хочется, чувствовать, как тебе нравится, думать, говорить то, что ты хочешь говорить, ну, конечно же, в пределах определенных рамок, которые на нас социум накладывает. Итак, я пошла к парикмахеру, и, возможно, вы уже видели видео, где я сказала, я была уверена, что мой мастер Альберто, большой ему привет, посоветует мне не вот такую картинку, точнее, не такой рисунок, который я уже тоже показывала. Я принесла вот конкретно эту картинку. Мне казалось, что на моих волосах, прежде всего, такое эмилирование позволит как можно меньше затронуть волосы непосредственно обесцвечиванием, потом последующим тонированием. Это окрашивание, это впервые за много-много лет, когда я решилась на тонировку, но я думаю, что особого эффекта и особой разницы не видно. Кстати, сейчас я записываю это видео немножко с такой прической, которая, ну, не совсем моя, я люблю, чтобы объема было побольше, на таких тонких-то волосах уж объемчик-то точно нужен. Много раз рассказывала, как я его придаю, и, возможно, и лак для волос использовать, но я редко крайне пользуюсь лаком для волос, но вот глину, чтобы сделать прикорневой объем, всегда использую. Но мне хотелось также вам показать, потому что очень часто мне возникали вопросы в комментариях: Яна, вот вы уложитесь у парикмахера, покажите нам, как это бывает. Вот так это бывает, как вы видите, это не намного отличает мою укладку, которую я делаю самостоятельно, от того, что может предложить мне мастер, просто потому, что есть волосы и есть волосы. Опять же, я пришла вот с этой картинкой и думала, что только осветить пряди у лица позволит мне, что называется, не трогать вот эту основную часть. Соответственно, волосы будут там здоровые, будет больше объема, будет больше блеска и так далее. Но я также много раз рассказывала, что я искренне всем советую самое обычное, так называемое милирование в полоску, милирование на фольге. На самом деле, делается на фольгу это милирование, либо не делается на фольгу это милирование, зависит только от одного факта. Это та же самая техника нанесения рисунка, распределения материала, но есть закрытые техники, когда фольгой закрывается, либо пленка, есть открытые техники, когда волосы непосредственно и материал контактируют с воздухом. Соответственно, делают вам милирование на фольге, либо делают его не на фольге, просто подкладывая валики вот сюда под корни волос, чтобы материал не окрашивал другие пряди. Это зависит прежде всего от самого материала, как он предназначен действовать, будучи закрытым, изолированным от воздуха, либо наоборот, имея доступ излишнего воздуха. Поэтому, в общем-то, я думала, что рисунок будет классический, в полосочку, как принято говорить, через шапочку, кстати, получается тот же самый рисунок, что классически нам делают на фольге, но очень часто нам предлагают на фольге милирование, как будто бы более какое-то элитное. По крайней мере, так было 10 лет назад, когда я жила в Италии. А по сути, вытягивают ли через шапочку, что очень травматично для волос, но поэтому это плохо, либо делают на фольге, распределяют материал, рисунок от этого не меняется. Но когда я пришла к своему мастеру, и это меня очень подкупило, я поняла, что это мой мастер на многие-многие годы, а многие-многие годы означают, что я буду к нему раз в год, скорее всего, приходить на коррекцию цвета, потому что больше мои волосы просто не выдержат.
Я, в общем-то, ему и озвучила свои сомнения, и точнее свои мысли. Я сказала, мне бы хотелось вот так, объяснила то, что сейчас рассказала вам. Но добавила, вот мне кажется, что классическое полосатое милирование будет мне хорошо, потому что я, что называется, за один сеанс сделаю себе милирование на год вперед, а потом корни будут отрастать, это будет элементарно смотреться как шатуш, как некая растяжка, хотя шатуш и растяжка — это разные техники, но, в общем-то, я донесла до него свою мысль. И если раньше, когда первый раз я к нему пришла, мы выбрали именно такой способ окрашивания, если раньше он сказал «да, хорошо», то сейчас он мне объяснил. Он сказал мне: «Яна, когда ко мне приходит клиент, я его вижу в первый раз, безусловно, по его волосам я могу предположить, как повлияет на его волосы то или иное окрашивание, то или иное воздействие. Но очень многое зависит от того, насколько горячей водой мы моем волосы, насколько часто мы сушим феном, насколько часто мы используем щипцы для укладки. И еще очень-очень много факторов. Даже тот фактор, собираем ли мы волосы на ночь в пучок, либо распускаем их, и вообще носим ли мы волосы, затянутые в косу, либо в пучок, либо в хвостик. Это тоже влияет на то, как в итоге поведет себя окрашивание, а точнее волосы, которые мы окрасили, на которые мы воздействовали». И вот он мне сказал совершенно точно, сказал: «Яна, если ты хочешь вот такое полное милирование, полосатое я его буду в этом видео называть», он сказал мне: «Ты через 3 месяца ко мне вернешься, и я посоветую тебе обрезать длину до мочки уха. Ты, конечно же, не согласишься», сказал он мне, «но ты расстанешься с какой-нибудь хорошей ладонью длины, и, в общем-то, вот таким будет твое милирование». Говорит: «Ну, ты будешь блондинкой, ты будешь хорошо себя выглядеть, чувствовать». Он уже понял, что мне нравится быть роковой женщиной с красными губами, ногтями, блондинкой. Но сказал: «Вот ты должна понимать, что это будет так», за что я ему очень и очень признательна, потому что очень важно не просто показать картинку мастеру, очень важно получить от него реакцию на эту картинку, то есть он должен тебе объяснить, что да, вот здесь вообще девушка, она мексиканка, на ее волосах все это прекрасно смотрится, на твоих волосах я смогу восстановить этот рисунок, я даже тебе такую прическу смогу сделать, но как ты будешь себя потом с этими волосами ощущать, и что ты с ними будешь делать, и что с ними будет происходить на протяжении последующего месяца, либо двух, это как раз-таки заслуживает особого разговора между клиентом и парикмахером. Поэтому, пожалуйста, если вы приходите с определенной картинкой, это важно делать, чтобы мастер понимал, что вы хотите. Задайте ему вопрос, а потом, как поведет себя такое окрашивание на моих волосах, как быстро будет вымываться тонирование, если вы обесцвечиваете, либо просто, если вы красите волосы, как быстро будет смываться краска на ваших конкретных волосах, потому что все зависит от состояния ваших волос. На моих волосах, разрушенных, подвергшихся обесцвечиванию, краска будет вымываться очень быстро, а на ваших, возможно, будет держаться на какие-нибудь 2-3 хорошие месяца дольше. Поэтому мы решили сделать окрашивание. И сейчас я, на самом деле, очень довольна результатом. Что мы сделали? Мы сделали так, как на картинке, хотя, возможно, вам и не кажется, что я очень похожа на эту девушку, точнее, мои волосы. А мы сделали то, что на картинке. Фактически были обесцвечены вот здесь вот несколько прядей, очень хорошо видно, что они обесцвечены у лица непосредственно. А потом были приподняты вот эти пряди, это даже очень хорошо видно на видео, то есть вот эта часть осталась заколотой, и по нижним прядям, то есть по нижнему слою волос, был произведен окрас, что называется. И когда волосы я распустила, получилось, что мои верхние волосы смешались с теми нижними прядями, которые окрашены, и получилась так называемая растяжка. Это, кстати, не шатуш. Это как раз-таки, хотя, возможно, я ошибаюсь, это и не растяжка. Сейчас тут поумничаю, меня смотрят парикмахеры и раскритикуют меня. Но у меня получилась вот такая униформальная база, униформальный цвет, потому что нижние пряди светлее, нижний, точнее, слой волос, это даже не пряди, это практически по окружности, опять же, по окружности вот здесь, а потом прядями сзади, чтобы как можно меньше воздействовать на волосы, но вот здесь был прям таки нижний слой прокрашен. И, соответственно, вот такое окрашивание у меня получилось. Я очень довольна. Я бы хотела, возможно, чуть-чуть посветлее, но я уже знаю, чем мне это грозит, поэтому я, что называется, лучше-меньше, да, лучше. Вообще, я хотела записать видео, уже сказала, до-после, но главное, то есть, чтобы не отпали волосы, точнее, каламбур у меня родился, было-стало, но главное, чтобы не отпало. Отпадет или нет, я смогу узнать и рассказать вам только через месяц, а то через два, потому что, ну, к счастью, большинству из нас все-таки везет достаточно найти мастера, который, ну, действительно тебя выпустит с хорошим цветом волос, то, как они себя поведут, и то, насколько качественно, либо некачественно было окрашивание, мы зачастую узнаем по истечении каких-нибудь 2, а то и 3 месяцев.
Единственное, в завершение этого видео могу сказать, что я делала тонирование в этот раз, то есть волосы обесцвечиваются, а потом они красятся еще раз. То есть это и есть тонирование, но они красятся на низких оксидах. В этот раз меня тоже красили на 5 волум, я не знаю, как по-русски правильно произносится, и сколько это процентов, тоже сейчас не скажу, но это был самый низкий процент из тех возможных, которые предложены вот линейкой Davinos. Я, кстати, очень мне нравится эта косметика, ничего не могу сказать про их окрашивающие составы, потому что мне не с чем сравнить. Но могу сказать, что уходовая косметика, а также ингредиенты, которые я вижу, например, в шампунях. Шампунь у моего мужа, к которому я, что называется, пристроилась ему из тех же самых шампуней. Это тоже шампунь Davinos, самый базовый, самый обычный, никак не специфицированный, просто для частых помывок, если не ошибаюсь. В общем-то, вот на этой марке меня красили. Все, в общем-то, происходило, в принципе, очень похоже на то, что было до этого. Но единственное, что я очень жалею, честно скажу, об упущенном времени, когда я волосы отращивала. Кстати, мой мастер меня очень похвалил. Он сказал мне: «Яна, у тебя фактически 10% осталось всего окрашенных волос». То есть я пришла к нему с полностью отросшими волосами. Он сказал: «Ты большая молодец, взять свою силу воли и вот таким образом все-таки выстоять и отрастить волосы, прийти на окрашивание». Он сказал: «Ты большая молодец, но я признаюсь, я жалею о том, что я не сделала этого раньше, где-нибудь в сентябре, когда я уже начала чувствовать, что, в общем-то, мой цвет – это не мой цвет. Я волосы пыталась уже и за уши заправить, чтобы они как можно меньше были у моего лица, чтобы мне их меньше видеть. И волосы я носила в ананасе, то есть в пучке. Я очень-очень рада, что в итоге я покрасила. Жалею несколько о том, что я упустила какие-нибудь несколько месяцев, когда я могла выглядеть так, как мне нравится. Но в итоге все, что не делается, делается к лучшему. Желаю всем красивых причесок, желаю всем, прежде всего, нравиться самим себе. Это очень-очень важно. Это вот фристайл в своей собственной жизни, это важно как никогда, для того, чтобы мы ощущали себя комфортно и радостно, и для того, чтобы те люди, которые рядом с нами находятся, себя ощущали точно так же. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.